В октябре 1979 года средняя общеобразовательная школа номер 7 города Брянска впервые распахнула свои двери. Это и стало началом отсчета жизни учреждения. Наша гимназия датой своего основания считает октябрь 1979 года. Но в этом году мы можем считать у нас маленький юбилей. В 1995 году нам был присвоен статус гимназии. Это была одна из самых первых инновационных заведений в городе Брянске. На сегодняшний день мы являемся одним из самых крупных образовательных учреждений нашего города. Обучается 1125 человек. Очень много деток. Наряду с основными образовательными предметами гимназисты с удовольствием занимаются в различных кружках и секциях. Дополнительное образование играет немаловажную роль в становлении личности. Нам очень хорошо помогает детская школа искусств, которая работает на базе нашей гимназии. Мы работаем по совместной программе. Это обучение более чем на 12 различных музыкальных инструментах. Это хоровое и сольное пение, это танцевальные кружки. Свои творческие навыки ученики показывают на протяжении всего учебного года, участвуя в областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях. Но еще один из наиболее важных для них является ежегодный фестиваль искусств. В этом году он посвящен 20-летнему юбилею гимназии. Сегодня у нас проходит наше ежегодное мероприятие, премия «Оскар гимназии». Это результат нашей деятельности в эстетическом направлении. Но у нас существует также множество направлений. Дети с 8 по 11 класс выступают сегодня. Вот. По номинациям у нас распределение. Номинация «Вокал», «Инструментальный жанр», «Оригинальный жанр» и «Вокал плюс инструментал». Вот. И еще, да, конечно, танцы. Я вместе со своим классом выступала и надеюсь, что наш номер будет на высшем уровне. В этот вечер за своих друзей пришли поболеть не только одноклассники, но и родные, и друзья, и те, кто уже давно закончил гимназию. Очень непростой была работа жюри. И вот настал час огласить результаты фестиваля. В номинации «Вокал» лауреатами стали Чукурдаева Полина и вокально-инструментальный ансамбль «Сахарки». В инструментальном жанре – Ампилова Полина. В хореографии победил эстрадный танец «Микс». В номинации «Художественное слово» лучшим был Карловский Александр. Наталья Простакова, Алексей Рязанцев, телеканал «Город-24», Брянск.